Тотальный диктант впервые будут писать жители Тобольска и Ишима. Об этом стало известно сегодня. Теперь и филиалы Тюменского госуниверситета в этих городах будут задействованы в ежегодной образовательной акции. Увеличится и количество площадок, на которых желающие смогут проверить свою грамотность. Если в прошлом году таких мест было 7, то теперь 30. Текст для диктанта станет известен только в день его написания, 18 апреля. В прошлом году участие в акции приняли около 1500 тюменцев. В этом году мы решили писать тотальный диктант, привлекая, конечно же, русского, российского, тюменского читателя. И поэтому это будут площадки тюменских библиотек. Тотальный диктант в нашем регионе пройдет в пятый раз. Кстати, уже завтра, 20 февраля, состоится первое занятие по подготовке к нему. Желающие могут прийти в первый корпус ТюмГУ в 18:30.